«Старость в радость» – так называется концерт, который 4-й год подряд проходит в Магнитогорском доме престарелых. Этот проект существует благодаря неравнодушным людям. Они через соцсети в преддверии праздника кидают кличи о сборе подарков. Таким же образом собирают и артистов для концерта, записываются все желающие. Школа танцев «Адамант» – постоянный участник проекта. Радость в нашем городе мы проводим уже 4-й год, то есть это наша 8-я поездка, всегда проходит весело, хорошо, здорово. Сегодня мы приехали не только с подарками, по традиции мы сегодня привезли концерт, который сделан своими силами. А после основной программы участники устроили концерт по заявкам. Любимые песни пели всем залом. Прокатиться верхом на черепахе, погладить крокодила и покормить обезьянок. В полном восторге маленькие посетители уникальной выставки «Живые тропики», которая открылась в Джазмолле. Какой ребенок не хочет почувствовать себя львенком из мультика? Эта красавица пока еще не тортила, ей всего 37 лет. А можно было и самому кого-нибудь покатать. К примеру, тигровый питон по имени Сережа с удовольствием разместился на плечах у Анны. Ее дочка сразу решила попробовать змею на вкус. Не надо ее кушать, дочь. Я в год змеи родилась, у меня мечта была такая, подержать змею. Ну как? Классно. Такая, да. Вроде и неприятно, но все равно интересно. Игуана Даша тоже очень любит ласку, прямо млеет от прикосновений. А вот белоносая мартышка на дух не переносит не только прикосновения, даже присутствие женщин. Это дух соперничества. Это второй по величине и самый агрессивный из всех крокодилов на нашей планете. То есть это самый страшный людоед из всех. На выставке более 60 животных можно запросто погладить и даже покормить. Выставка работает в Джазмолле до 12 февраля с 11 до 21 часа. Тридцатого декабря синоптики обещают в Першампиноазе днем до 8 градусов мороза, в Кизильском минус 5, минус 7. В Верхнеуральске в дневные часы от 6 до 8 градусов со знаком минус. В Магнитогорске ясно без осадков, днем от 5 до 7 мороза.